Приветствую, друзья. Должен напомнить кое-кому, у нас есть такие участники, которые забыли, для чего вообще наша школа и вообще что это такое. Школа «Человек будущего» Homo Futurus – это школа, в которой мы все вместе создаем науку человечности. Да, и мы обучаемся методу саморегуляции «Ключ». Использовать энергию стресса для решения трудных для себя задач. Для того, чтобы быть здоровее, для того, чтобы быть в жизни более счастливыми, чтобы быть более человечными. Не забывать, что кроме как деньги, нам нужно еще иметь какие-то общечеловеческие ценности, потому что без них мир рассыпается в пух и прах. Вот и сейчас находимся в точке турбулентности, в точке неопределенности, перехода из реальности в виртуальную реальность, цифровизацию. Опять же, происходит, как всегда, происходит смена форм использования энергии от механической до электрической, до атомной и прочее, сейчас на цифровизацию. И опять это точка неопределенности. И поэтому человек нуждается в том, чтобы в этой неопределенности иметь вечные общечеловеческие ценности и мог в нужный для себя момент мгновенно подбирать те действия, которые снимают у него стресс, снимают страх. И вот на вебинаре, который у нас будет 10 числа в 20 часов, там будет первое – индикатор напряжения. Это градусник напряжения, который сам по себе основан на обратной связи. И научаясь пользоваться которым, вы уже научаетесь частично регулировать свое состояние в любых условиях. Второе. Там будет предъявлен десяток разных приемов, которые, примеряя для себя как рубашку в магазине, вы подбираете именно свой прием, личный, подходящий вам в моменте. И этот прием снимает у вас напряжение автоматически, независимо от того, как вы к этому относитесь. Это не субъективный подход, это научный подход, потому что это работает независимо от того, верите вы в это или не верите. Если вы подобрали действие, которое точно вам подходит, да, у вас снимается напряжение. А сам процесс перебора, а этот принцип дается в методе ключ, именно подбирай то, что тебе подходит, потому что этого нет ни в одном методе мира. Подбирай то, что тебе подходит. Если не подходит одно, ты знаешь, как подобрать другое, поэтому метод дает гарантированный результат. Очень интересно. И там есть механические действия, как в физкультуре, там есть левитационные действия, идеи рефлекторные. И перебирая те и другие, буквально за очень короткое время, ну буквально за 10-15 минут вы находите свои действия. А сам процесс перебора этих приемов развивает поисковую активность мозга, развивает ваши творческие качества, те, о которых вы даже могли и не предполагать. И поэтому расширяет ваш круг общения, делает вас более раскрепощенными. Там много-много преимуществ, которые у вас появляются. И все это делается очень просто. Потому что именно простота и эффективность высокая, именно то, что отличает метод ключ. Вот это вы получите на вебинаре. И вы снимете страхи у себя, снимете тревожность, научите регулировать свое состояние в любых обстоятельствах. За секунды, и там будут приемы, 5-секундные. За 5 секунд будете снимать стресс. Вот это интересно. Поэтому и на Telegram подпишитесь, потому что там будут интересные дискуссии по этому поводу проводиться между участниками школы. Очень интересно быть участником на Телеграме. Подпишитесь. Да, и здесь на Ютубе, и в наших всех сетях. Пожалуйста, друзья, вы теперь узнали, что будет у вас на вебинаре. Да, колоссальная практическая полезность. До встречи.